Интернет пестрит рекомендациями. Вот как бабла можно быстро срубить. На том же Ютубе вот сотни роликов, как заработать деньги. Да, в том числе, как заработать миллион. И, наверное, вы лучше меня знаете, что везде обман, везде лажа, да? Там не только заработаешь, там еще и потерять можно какую-то сумму. Я вот что, я посмотрел на весь этот кавардак и решил рассказать вам, как реально, реально заработать миллион. Еще раз повторю, реально и без вложений. Вот слушайте, что для этого надо? Перво-наперво надо устроиться на работу. Наверняка у вас будет заработная плата, и эта зарплата будет перечисляться на карточку. Вы идете в банк и заводите вторую карточку. Поняли, да? Как только получаете первую зарплату, то сразу же перечисляете туда 10 тысяч рублей на вторую карту. Поняли? Берете и перегоняете 10 тысяч рублей. Ни больше и не меньше. И так каждый месяц. Повторяю, каждый — это обязательное условие. Через 8 лет и 4 месяца у вас на второй карточке будет 1 миллион рублей. Хочу вам заметить, друзья, что это единственный, самый надежный способ заработать миллион. Вот так вот. Всего вам доброго. Кстати, в следующем ролике я вам расскажу, как заработать 2 миллиона.